Да, Саша, депутат. Вита. Артём и Таня. Все кандидаты. Так что, а поточнее, ребята. Ну, 4 человека, давай. Кто считает против Тани? Против Тани. Поднимаем. 1, 2. А Вита же нет? 2. Я и тут. Кто считает, что это я? Артём. Я думаю, ты Вита. А, ты за кого, Вита? Я против Саши. А, значит, 2. Я не имею права передумать. Не, ну я же ничего не имею против, может, это же игра. Хорошо, против Саши. 2. А можно 2 раза голосовать? Нет, 2 раза нельзя голосовать. И Саша, против Виты. На меня и против... Против Виты кто? Против Виты голосуем. Да ничья! Нельзя 2 раза, Вова, 2 раза нельзя. 2 раза нельзя, значит... Давайте я... Он не знал, что 2 раза нельзя. Давайте приголосуем. Нет, а что, 2 раза голосовал? Два человека или 3 уже, против которых проголосовало 2. Ну, конечно, давай есть 1 голос. Как теперь? Правильно, потому что получается ничья. Ты спишь, и кто-то потом голосуется. Да, каждый должен что-то сказать. Я, хорошо, ну давай, Таня. Ничья. Извините. Чтоб мнение было. Ну, Таня, начнем, потому что с Таней 2 человека, я и Вова. Ребята, тоже обращайте внимание, кто за кого голосует. Просто, ну, вы уже расслаблены. Ну, в этом смысл игры, что вы начинаете анализировать. Давай, Таня. Мне кажется, Артём. Да? Ну, понятно, что аргументируешь, что Артём. Ну, ты против меня проголосовала. Таня. Давай. На нож. Тань. Не, ну, я как бы... Ну, так ты что, ну, что? Не, вопрос сейчас как бы у нас двоих, Вита и я, получается. Не, и я. Против меня тоже 2, да, Лёша и Таня. Я просто поэтому и говорю, нужно... Подождите, давайте... Вовку не трогай. Против кого меньшинство проголосовало? Против Виты? Против меня. Так, а зачем меньшинство? Чтобы тот голос перешел к кому-то другому. Зачем? И будет... зачем? А вдруг я передумаю? Сейчас... Нет, так а сейчас мне опять так же проголосуют. И против них нужно номинировать. А вдруг я передумаю там, ну правильно? Или кто-то решит за против меня проголосовать. Так а что осталось 3? За 4 же голосуют. Ну 3 человек, за которых проголосовали против. 2 раза. Да, ну. Вот. Так долго все, давайте быстрее. Ты за батарею паришь? Ничего, так интересно. Давай, хорошо, Таня. Все, Таня, все сказано. За Артём, Артём. Теперь я вас на самом деле учу всех играть. Вот обращайте внимание, кто как голосует. Таня и Лёша против меня голосовали. Я голосовал против Тани. Вот смотрим, как дальше Лёша что скажет. То есть я должен сказать против кого? Нет. То, что ты хочешь сказать. Нет, ты должен сказать то, что ты хочешь сказать. Почему ты против меня? Или, может, ты поменял мнение? Аргументируй. Свое ну, ты... Уже имеешь на тебе навис, понимаешь? Уже? То есть такая комбинация. Трудно как-то аргументировать, почему я выбрал, допустим, того-то или того-то человека. Ну, где ты ходишь? Извините. Почему трудно? Ну? Потому что я не знаю всех фактов. Так зачем ты голосуешь против меня тогда? Потому что ты мне кажется наиболее подозрительным. Нет, аргументируй. Аргументировать? Вот видите, вы потому не понимаете суть игры. Если человека убить. А реально это, ну, как убить человека? Меня он не зашел, завалил. Потому что когда говорили, открыл глаза шериф, вот ты засмеялся. О, она там. Ну, такой. Ну, а какой? Аргументируй. Давай дальше. Кто против кого еще? Меня, против меня. Говори. Саня. Мне нужно оправдаться или что? Нет, просто скажи, как ты считал. Можешь пробовать кликнуть, что я жрет? Я считаю, что Вита. Какой? Аргументировать. Потому что когда я во время того, как все забыли закрыть глаза, я задал вопрос, то есть, кто должен закрывать глаза. Вита сказал, какая тебе разница, типа не ты точно. Мне просто интересно, кто она знала, что не я точно. А, да. Что, ты карты видел? Дурочка ляпнула и подписала. Не-не-не, ничего не дурочка. Давай дальше. Но Саша меня хочет убить. Я не хочу. Я защищаюсь и голосую против него. Все, вот опять новые номинации, 4 человека. Давайте голосовать теперь. Таня, кто считает, что Таня? Вот я поменял свое мнение, на самом деле. Тут все. Все попадают в кадр, да? Не, против Тани уже никто не голосует. Окей. Кто против меня? Леша, понятно. Кто против Саши? Вита, 3, Вова и Таня. Кто? А ты чего, я не понял. Сидел. Там 3 все равно, Саша, ну извини, там 3. Лучше добить быстрее, да? Против Вит уже нет смысла голосовать, потому что против тебя 4 человека проголосовало. Говори, последнее слово. Повторяюсь, это Вита. Понятно.
Давай дальше. Продолжаем. Ну, ведущий, где вы? Ведущий. Ну, пока веди, потому что... Ну, хорошо. Закрываем все глаза. Ну, как веди? Я уже... Я не закрываю. Давай, Люба, да, ты уже... Хорошо, закрываем глаза. Спим. Да. Ночь. Да. Открывает мафия глаза. Мафия. Ага. И делаем выбор. Убиваем кого? Единогласно. Убили. Хорошо. Спим. Открывает глаза шериф. Шериф открывает глаза. Тихо, их можно открывать. Шериф, глаза открывай. Что, заснул, что ли? А может, он забыл? Проверь... Шериф забыл. Не, шериф. Ведущий, проверьте карточки просто. Шериф, открываем глаза. Шериф, а что там? Делаем свой выбор. Убивай мафию. Хорошо, все убили. Шериф спит, утро, все просыпаются. Да, шериф заснул окончательно. Там Вова про тебя подумал. Значит, убит... А Вита такое исполняет, то крутится, то не крутится. Убит житель Артем. Можно последнее слово? Нет. Шериф, нам уже не шериф пытался вас спасти, но промазал. Мимо. Артем, твое слово. Вот сейчас будет круг, у каждого будет мнение. Шериф, который тупит постоянно, он должен сейчас открыться. И с мирным жителем, который еще жив, должны очень четко проголосовать. Ну, понятно, кто голосовал против меня. Таня и Леша. Вот они, две мафии. Смотрите дальше сами. Сошлись. Если меня убили, значит, это говорит о том, что я не мафия. Потому что меня убили ночью. Кушай. Давайте. Интересно. Интересная логика. А интересно, шериф в это время спал или шашлыки? А Вит тоже своим метким глазом все вычислил. Шериф хоть нашелся ли у нас? Еле разбудила, он спячку упал. Загулял. Эти вот эти... Вот как участковые, они такие. Не, шериф интересный. Бужу-бужу, открыл глаза, нет, опять уснул. Как по мне, то игра сыграна. А вон есть офицера. Так что теперь? Отпустили с Белоруссии. Что теперь дальше, Артем? Так. Ну, мирные жители говорят, да, кто мафия. Да, давай, Татьяна. Артем, так ты кого сказал? Ну, на кого подумал? Кто и против меня голосовал, это Леша и Таня. Давай, понятно, хорошо, да, Таня. Ну, тогда, значит, Леша. Ну, понятно, это уже отработано. Это отработано уже. А ты должен сказать на нее. Я не знаю, что. Потому что я ж мафия. Типа дурак сам дурак. Я ж мафия. Так а теперь что, я тебе что-то должен сказать умное, да? Не, ну ты должен сказать, кто на кого думал. Ты должен так сказать, чтоб... Остаться вже. Равно, ти можеш чесно признатися. Що каже, він нам репу не набив. Ходять два у Мерседесі, бо дід запорожці. А хто ще грає? Я. В мафії. І Вова. Не грає тільки Саша. Мені вже все. Віта, розумієш? Ні за що. Я от давно замітив, що ти не долюбуєш мене. Віта, тому що на нього все тут... Ну? Просто як-то неровно от Саша дихає. Я думаю, що Саша вместе в одну. Могилку. Вова, твое слово сейчас. Братская могила, как бы. Вряд ли он что-то ответит. Ну, что там, затихли. Минеральную воду. Я не знаю, там же не вау, давай. Они его выпили уже? Еще нет, ты правильно думаешь. Надо выпить. Но помню слова Артема, то я тогда против Дани. Не, вообще вот те, которые выбыли, уже не могут вообще как-то комментировать? Нет. А ты навязываешь свое мнение. Ну просто его не было, ну, когда я говорил. Не-не. Говорили там. Привет, Юра. Я? Да. Алёш. Ну, аргументируй. Ну, блин, делайте игру интересную. Кто тебя убивал, вот Даня, голосовали против. Или тебя не... По тебе послушать сложно судить, потому что ты... Ну, не говори, ну, каждый стреляешь, что-то получается. Нет. Ну, она, типа, согласна с твоим мнением. Давай дальше. Вова, что скажешь ты? Никто. Ну, кто ты? Не можешь понять, что уже убили, и ты не можешь понять. Согласен? Хорошо. Все. Где наш ведущий? Люба, ты не оператор, ты ведущий. Вручили технику. Так все высказались? Да. Они что, поспали там или что? Часов перекипали? Кто кандидаты? Артем, наверное, да?